Что могу сказать? Во-первых, хочу сказать, что нам очень обидно второй раз подряд проигрывать в один мяч. Но не очень обидно с другой стороны, потому что команда сильная, команда стойкая, у нее тоже есть свои места, есть куда мы могли залазить, куда мы пытались залазить, но где-то не получилось. В свою очередь, по нам хочу сказать, что допустили пару ошибок, были наказаны. В целом, нормально, мы сейчас только входим в УПЛ, мы должны понимать, что здесь другой все-таки уровень, это не чемпионшип, это не кубок. Потихоньку привыкаем, мы расстроены, но не сильно. Будем играть, спасибо. Хорошо, удачи вам.
опытного соперника. Приветствую, закончили первый матч тура с Тоттенхэмом. Победы, поздравляю вас. Что скажешь по игре? Ну, игра была нелегкая, соперник сложный, хорошо играет. Вот. Мы до сих пор не можем разобраться с составом, но заработали, главное, 3 очка свои. Все, сопернику спасибо за игру. Спасибо, удачи вам.